перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Дроты, блядь, пидорасы, ёпты. Вот смотри, мне пишут пригласить гостя. Приглашай гостя. А Павел пришел. Серег, привет. Да, здорово, слушай, футболки CP Company, где лежат у нас? Я не могу что-то найти вообще. Я работаю в магазине CP Company. Серег, где футболки CP Company стоят, лежат? Не могу найти. В первой комнате под обувью? Там, да? Я так и знал, что в этой комнате лежит. Причем под грязной обувью. Все, давай, сейчас чекнем, спасибо. Карин, позвони мне. Что там кто просит, я не понимаю. Я здесь плохо читается. Есть, наверное, размеры есть, да. Но просто не могу найти, короче. Я понял, все уже посмотрел. Смотри, какие хэкет охуенные эти. Как они называются, вот такие? Туфлиганы. Ну, туфли, да? Там, не броги там, не шмоги. Я не особо разбираюсь. Смотри, какие. Я их себе возьму, буду чекалять с тобой по сокольникам. Короче, Карин, ты до меня дозвонишься, не сможешь, пиши здесь. Потому что я в подвале нахожусь у Раскола, он мне там штанишки перевез. Лаки, тебе большой привет. Раскол, кстати, тебе тоже привет шлет. Хоть ты и говорил, что Раскол, вставай, блядь, но... А мы хотели, знаешь, как сделать вчера? В пранке. На пол нас кладут, и я говорю, Раскол, не вставай! Нормально тело, кстати, надо замутить. Да, блядь, надо делать, ёпта, надо замутить. Ты, блядь, вон. Ну давай, чё, я. Вон ты чем занимаешься, ёпта, вон. Следующей неделе выходные, ёпта, замутим нормальные пранки. Надо дела делать, блядь. Будем делать. О, вышел клип, я роняю тренды. Эй, вы все гондоны тупые, и матери ваши ссаные. Врубайте YouTube, я там сейчас буду жечь. Блять, как выключить нахуй. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Паша Техник. Я веду прямую трансляцию из магазина. Из магазина Another Store, что на улице Чулкова, дом 27. Ты где там? А я тут. А, вижу. Жалко брат, который в Канаде. О! О, hey, what's up? Oh, bro, how are you? I do believe I can fly. Охуенно. Все, заебись. Ты как? Тебя лагает немного. Может быть, тебе сесть? Тут Wi-Fi не особо просто. Вот. Ну, а так вообще... Там здесь у нас имеется. Слушай, я тебе знаешь, что скажу? А может, ты слышишь? Старый. Да. Вот тут продаешь просто, не слушал. Че слышал? Что это не Жак, что-то заныкал в пиджак, блядь. Мне кажется, это свежак был. И это свежак. Такой. Ну сейчас какой рэпер не долбит? Но же мерзавец, ты сам знаешь. Если бы я был тобой, я бы... Я бы отсосал. Как говорил? Если я бы был тобой, я бы отсосал.
Ну, из этой серии, да. Кстати, я тут недавно марокканца отпиздил, руку сломал. Ну, это так, к слову, как бы, такая тема. Ну, ты сам понимаешь, они охуевшие, братан. Тут у нас в Испании, блядь, такие движения, блядь. Все, короче, нас боятся, мы русские, нахуй. Сам знаешь, блядь. Если слышат русского, нахуй, что ты знаешь, что ты русский, слышит русский говор, нахуй, сразу все съебутся. Мы медведи, ёпты, потому... Хустел, хуксправо, братан. Как бы, хуфланга, ёпты, и пизда тебе, словно манго. По-другому никак. У нас все как бы, все. Да, смотри, у нас вот что есть. Лекарства. Всегда. И мы благодаря лекарствам адекватны. Мы делаем музыку, вы ее слушаете, вы нас обсираете, но слушаете. Вы просто пидорасы, надо войне все. Нам нужно, блядь, как можно слушать музыку и обсирать ее параллельно перед друзьями лошадками. Да, здорово, Дима. Перед своими друзьями. Дмитрий, Бейзеру. Перед своими друзьями лошками там не выебывают. Ну, что, забрать пришел? Да, ну. Че же пусть? Короче. А, я понял. Да, маловато, не мерил. Гандоны ебаные, вы меня доиграетесь, я вам в ебальник вот этой хуйней прысну. Вот это вот. А там какой мсель, он же такой худоватый. Знаешь, какая? Сегодня, кстати, Black. Это нормально. Курочку забрали. Это... Я вам брызну въебал этой хуйней. И вы поймете, что в этой жизни, блядь, говно ебаное. Зеленый подкаст, черный. 19-800 или 900. Два года назад она была. М-ка последняя, зацепили. Да в очко я твоей маме прыснул, мудила. Подойди ты и скажи. Нормально? Это. Ну вот ее забрали, короче, в итоге. Что ты написал-то? 35. Дрис, блядь. Да ладно, куда дел? Лох. У него ты, блядь. Ну, давай, я сейчас прибегу. Сняли уже пару видосов, кстати. Так, старый. Что там? Жак говорил. Я выебываюсь. А. Ребят, понимаете, сколько бы вы не взяли говна, я выебусь одним словом, вы все, блядь, подохнете. Вы, блядь, козявки, нахуй, зеленые, ебаные чмошники. И вы, сука, еще мои фанаты, блядь. Фу, блядь. Очень много полоншарка. Вот, смотрите. Приходите в магазин, да, я на шоп, хочу вот здесь. Я любому ебало разобью. Свисоты. Футбол. У вас есть 2 часа, я в магазине нахожусь. Я на шоп. Через полчаса он сюда едет, и вы не сможете дать ему пизды. Ну я на час застанусь. Я специально дождусь. Но... Вот, приди и дай мне пизды. Ты крутой чувак. Сделай так. Отпизди, на колени меня поставь, я басы. А если ты это не сможешь, то тогда хуй соси, ёбаный Санёк. Но вы пидорас вспомните, что имеется вот такой вот, ёпта, впрыскиватель газа. Да, блядь, кулаками их запиздим, ёпта. Лёха, Серёжа, приедет, блядь, приедет народ на фото. Где вы, блядь, с праздником? Нас, походу, сейчас. Всё, всех люблю, целую. Девочек с праздником. 8 марта. Да. Со спахуй под партой.